Привет, Страж! Ты на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и в этом видео я расскажу, чем закончилась одна из самых необычных и запутанных загадок в Destiny 2 «Военный разум». Я имею в виду таинственный символ, найденный у входа в бункер Распутина, изучение которого ввело сотни игроков, собирая по крупицам строчки кодов и знаков. Я не делал видео об этой загадке до этого момента, поскольку слишком много деталей, слишком много вопросов и все выглядело слишком хаотичным. Так что рассказы о ней я предпочел разборы квестов и обзоры, но теперь мне есть чем поделиться. Мои западные коллеги массово выпускали ролики об этой загадке, ставя на обложке к видео иконки со снайперкой Black Spindle и так далее. Однако итоговая разгадка оказалась настолько неожиданной, что не рассказать о ней я уже ну никак не мог. Итак, после того, как этот символ был обнаружен, игроки стали обходить новые локации вдоль и поперек. Тогда стали находить другие знаки с цифровыми кодами и различным расположением фигур. Их стали систематизировать. Весь процесс активно обсуждался на форумах Reddit по Destiny. Там же игроки постоянно вбрасывали новые и новые улики и версии. По ходу решения головоломки, стражи изучали содержимое мониторов Clovius Bray, строчки Морзе с артефакта «Неразрешимая задача» от Анны Брей, изучали древние китайские трактаты, применяли в общем свои самые необычные навыки. И что же в итоге получили? Ключ к квесту на новый экзотик? Тайную миссию? Специальное оружие? Нет. Все куда более необычно. Sleeping Beauty Mountain. Реальное название туристического заповедника неподалеку от Нью-Йорка, города, в котором находится главный офис команды Vicarious Visions, которая разрабатывала дополнение «Военный разум». Именно сюда привели полученные в ходе разгадки кода координаты. Команда ребят, что разгадала и добралась до места, обнаружила тайник с черным тубусом и узнаваемой символикой. Внутри оказалась полноразмерная реплика копья Валькирия. Письмо от команды разработчиков с поздравлениями. Повесьте это уникальное копье на стену, оно отлично подойдет для убийства червей улья, если они побеспокоят ваших соседей. Также игроки нашли сундук со множеством золотых монет, которые разработчики в своем письме призвали оставить на месте, чтобы поделиться со всеми, кто также доберется до указанных координат. Не по копью же каждому дарить в самом деле. Не знаю, как вам, ребят, а мне кажется, это нереально крутой историей. Просто в голове не укладывается, как из этого места игроков довели до этого. Невероятный опыт. Безумно рад за тех, кому удалось разгадать и доехать до места схрона лута. Лута в реальном мире. Надеюсь, что мы увидим нечто подобное когда-нибудь еще. Может, в следующий раз Bungie решат спрятать какой-нибудь артефакт золотого века где-нибудь в старой России. Тогда мы уж точно первыми схватим столь ценную добычу, а? Ну а на этом все. Не забудьте заценить видео про квест на симулянт и обзоры на экзоты, если еще не видели. Подпишитесь на канал и будьте в курсе всех новостей из мира Destiny. Пока!